спальня, да. Посмотри, как красиво у них, да? Спальня-то. А где зеленая эта ванна? Да вон, вон. Включи, включи, Оксана, свет. Мне главное зеленую ванну. Малахитовая. Малахитовая-то где что-то. Оксана, включает? Как включать-то? Да, мы не знаем. Включи свет. Вот. Ой, вот. Вот же оно где. У нее там даже на полу, видишь, горит. Ух ты. И горело, да? Или мы сделали? Не, горело. Горело. Дедушка с бабушкой еще не поломали это. А посмотри, душ-то какой красивый. Ух ты! Ага. Шарко, что ли? Шарко. Шарко. Душ Шарко. Наверное. Да, со спины и спереди. Да. А что, сразу два включаются? Оно, да, соединяется. Не, не, оно не соединяется. Можно вот. Можешь отдельно. А включать. Может, и Игорь пришел, и ты. Ну, можно, это можно. Получается. Да. Классно. Просто знаешь, когда под одним стоишь, спина все время холодная. Это так и было там, или ты уже оформил? Это она уже поставила красиво. Ты. Видишь, у нее какой писун сидит. Потом можно свет включить. Марина. Ну, да, я так думаю. Мы еще не знаем, где свет толком-то включить. Да. А Кирюша-то с нами ходит. Да. Так показывает тоже. Mm-hmm. Главное же. Ну, вот так самое главное. Да, ну, Кирюша-то он должен же. Он-то свой горшок-то стережет. Он же должен, да, чтобы вдруг ты пойдешь писать, да. Горшок-то в его, он же переживает. О, Домик, он же спрятался, что ли? Спрятался, Кирюшка. Сидит Мазурик мой маленький, сидит. Да. Ну, он шершавое, да? Ну, если вытереть. Ну, по крайней мере, и брызгов не видно, да? Не, не видно. Да? Не видно? Чуть хорошо. А почему, что, почему у тебя тут вода? Это для него? Ну да, это он тут воду пьет. Вот он привык к воду пить. Да ты моя розочка маленькая, розочка ты моя. Никого я не видела, вот зеленая, да? Ну, это старый, конечно, это со временем уже надо будет менять. Ну, нам же интересно под малахит. Да. Наши шерстяные. Люба, ну ты посмотри, какие полы у них, это вообще. Посмотри, какая красота. Ну, везде что ли такие? Да, пойдем на кухню. Иди, она, я тебе. Она делает. Здрасте. Здрасте. Это моя мама Антонина Ивановна. Тоня, можно Тоня? Тоня. Тонечка. Просто Тоня. Очень приятно было встречать. Ну, да, я Любочка. Здравствуйте. Галина Александровна. Это моя свекровь, это Любочка. Вот как красиво-то у вас. Посмотри, какие как царские хоромы-то у вас, а? Вот это вы дожили. Да. Молодцы, вы заслужили. Посмотри, как короли-то у нас сидят это, там. Нет, так, ну что вот он какой-то у меня, я не знаю, где он, Данил? Да, они там уже все сидят. Где? Вон, Винсент, тебе уже душ этот. Ну, а нету там душа принести? Нет, пока. Нет, Игорь повел туда. А? Игорь там где-то. Пойдем туда на улицу посмотрим. Тебе красненького или беленького? Красненькое мы же принесли. Ты куда пошла? Ты говоришь, пойдем. Вот, а тут же? Да. Ой, заблудишься в такой красоте-то. Посмотри. Любочка, это посмотри, они как сидят. Вот Эдуард. Сидели, сидели. Здравствуйте. Эдуард, очень приятно, Люба. Вы знаете Любу, да? Да, я знаю. Мелькает, мелькает, да, везде. Ну, где, почему да? Везде? Мы просто иногда смотрим Наташины фильмы. Художественный. Ну, не совсем фильм, художественный. Фильм. Это просто новый какой-то вид творчества. Ну да. Знаете, как красиво, да? Ну посмотри, Люба, посмотри, очень они тут красиво. Сидят, как красиво. И огонечек у них тут горит. Я сразу, когда пришли сюда, первый это раз. Это камушки. Да. Как гранатики какие-то, да? Так такие? Специально, что ли? Да. Да, да, это... Поддерживают огонь, да? А вон Игорь с Оксаной, ой, Игорь с Дэниелом идут, да. Вот, ну надо же мне там... Давай, давай, давай. Индивидуально. Господи, тут прям вот сидишь, не насидишься. Вот настолько классно, да? Да, настолько здесь конечно. Располагает. Вот. Не сравнить с их парнями, ты же помнишь, да? Нет, не сравнить, конечно. Там мы сидели, вроде бы и хорошо тоже. Нет, не, не сравнить. Но там сетка, а сетка это... И ничего больше. Тебя, да, да. А тут все-таки очень прекрасно. Ой, как шикарно вообще. Значит, я думаю, ты можешь посоветовать своим... будущим клиентам. Я думаю, что такого дома я уже не найду. За такие деньги такой дом я не найду. Это просто был уникальный дом. И я просто, и честно вам говорю, сколько я после этого показывала, я не видела таких домов. Все-таки тут они приложили много рук, да, много да, да. денежек. Но это все прекрасно. Это же да, прекрасно. Да, да. Это заслуживает. Очень. Это стоит того, да.
Да? Очень красиво. Он Дэниел ходит. Оксаночка, это тебе как хозяйке дома, как милой женщине. На день рождения тоже она хочет подарить. Классному стилисту. Да. Просто за то, что ты наша хорошая подруга. Это не, нет, это от Любы, от Любы. Я просто помогала ей выбирать, но она хочет тебе просто вот, она очень рада, что ты у нее тоже подруга. Понравится или нет? Мы так подумали, ну как позабавишься. Ничего там мы не можем позволить. Лифчик там, да? С трусами. Ну прямо. Мы не настолько же испорченные. Видишь, как мы тут сегодня все так вот. Назаворачивали, да. Тут специально, чтобы я это... Наташа, дай мне это. Я нужно... Давай. Я вот сейчас с этой стороны. Давай. Любочка, где, видите, где Любочка, Любочка хочет отблагодарить Оксану за все. За ее труды, за ее... Она говорит, господи, она парикмахер классный. Какой она какая подружка Данил, классная. Данил, как без Роксаны, без пойду. Ну пусть она сама без тебя. Он тебя Роксаной зовет. Роксана. Да, Роксана. Да. Роксана, господи. Роксана Бабаля. Роксана. Упаковывала Наталья. Ох уж упаковывала-то. Конечно же. От души думала. Да. Да. Понравится или нет? Не знаю. Ну, даже если не понравится, она скажет, что понравилось. Что ж думаешь? Начнем с маленького. Эх, Наталья, вот запаковала-то. Начинаю лучше с большого. Да? А чего? Да. А маленькие там нагрузки? Потому что это как набор. Ага. Набор. Уже заинтриговали, набор. Бриллианты, блин. Да. Черная коробка. Люб, ты вообще с ума сошла, ты это стоит. Давай, одень ей на шею, мы хотим посмотреть. Ну, у нее есть украшение. Ну, я просто знаю, прикинь, ну, просто да. Померить. Подойдет. Подойдет, да. Да, и такой же браслет там. Подойдет. О, еще и браслет. Да. Вообще класс. Ну, такой интересный набор. Интересный, да, дизайнерский. Хотелось бы, чтобы тебе понравилось, чтобы иногда одевала. Ну, золото. Золото мы любим. Да, мы знаем, поэтому я говорила ей, говорю, она любит золото. Вот делать вам нечего, да, так очень красиво. Ну, видишь, как с душой заворачивали тебе это, мы сами, вон Наталья. Я только тут ленту липкую давала, отматывала ей. Ну да, такой вот браслетик. Красив. Он такой, оно интересно. Вот кто-то еще пришел в гости. Это, да. Наверное, Ростик пришел. Сейчас пойдем посмотрим, кто. Ну вот, и все. Спасибо, Ростик. Кто же к нам идет? Давайте мы посмотрим. А, кто? Здравствуйте. Кто? Это вы соседи? Соседи. А, здравствуйте. Меня зовут Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Очень приятно. Наташа. Наташа, Светлана. Мы как-то к вам заходили, с дочерью разговаривали. Привет. Очень приятно, наконец-то мы вас видели. Проходите. Это вот соседи Игоря и Оксаны, которые живут напротив. Любу сейчас поведу в комнату Джейны. Пойдемте. Это было все карпетом сделано. Когда мы с Оксаной первый раз смотрели этот дом, я говорю, это комната Джейн Эйр. Потому что вот она напомнила мне так. Ой, что-то я выключила наоборот. Еще? Да. Куда мы идем? Это мы заходим. Здесь будет main cave. Main cave. Они поменяли пол, да? Здесь будет бильярдная, здесь будет бар. В общем-то, вот такая бонусная комната, которую Игорь искал. Он хотел, и мы ему нашли. Здесь все было карпет. Все они поменяли. Даже туалет там есть. Полный туалет, ванна, ванна, душ. Все. Очень хорошо, да? Да. Ну, в общем, шикарный такой. Ну, у вас тоже очень красивый дом. Очень красивый. Почему он влюбился в него сразу, с первого взгляда? Потому что он на горе, на горке. Да, и такие ступенечки у вас там. Ступенечки и...
вдали от соседей как-то. Очень красиво. И вы так сейчас украсили это все огоньками. Так это где, напротив, что ли? Да, да, это ей дом. Кирюшка! Кирюшка должен контролировать же, куда пошли, чего. Так. Вот он за нами ходит. Ступеньки, конечно. Вот зарядку делать, не надо спортзал. Кирюша, пойдем, Кирюша. Кирюша, я не могу тебя здесь закрыть. Почему я солсели здесь, потому что... Как купили, втолкаюсь, у нас был 3 уровня. Заворачивай направо, Люба. Люба, заворачивай направо. Направо. Здесь был такой стол. Они стол этот убрали. Ну, как бы здесь был такой стол, как вроде для складывания белья. Здесь была раковина. Я не знаю, что они будут здесь делать. Типа ландри было. Да. Здесь пейнтри. А где сейчас ландри? Вот смотри, вот это вот гараж. На три машины у них гараж. Ух ты, на три машины? Да, да. Там видишь гольф-карт. Игорь на нем ездит за почтой. Почта у них не у дома. Почта у них там вот как-то так она сделана. Знаете, но да. Когда хорошая погода, всегда пешком хожу. Здесь вот лаундри, Люба. Люба, здесь вот лаундри. А, так же, как у вас? Да, как у нас. Ну, побольше у них тут. Мне так не нравится, конечно, но... Ну, милая моя. А там, чтобы было тоже типа лаундри. Здесь Игорь комната, здесь Игорь будет работать, это его офис. Раньше у него вот, допустим, диван не умещался, а теперь у него большая комната с диванами совсем. И вот если сюда намного идти... Намного больше, да? Ну, конечно. Да, здесь мы проходим... Блин, мне тут даже не включить свет. Вот. Посмотри-ка. Здесь такой туалет, и вот эту комнату мы обнаружили только после того, как они купили. Вот эту комнату. Ничего себе, да? Да. Вот он очень длинный. Он очень длинный. Багажное отделение. Да. Тут другие полы немного. Тоже меняли. И здесь вот такие три комнаты... Здесь, значит, гостевая комната. Видишь, большого, очень хорошего размера. Ну да. Да. Здесь. Я была здесь у них, когда стали. Да, здесь еще одна комната. Давно. Здесь мама живет, видишь? Шикарно. Угу. Просторно. А где мама-то? Вот здесь мама живет. Нет, другая мама, вот. Галина Александровна. Ну вот она здесь живет, вот она, вот нет, она сидит. А, вот она. Да, я здесь. Ее не вижу. Да. Здрасте. А я говорю, а где мама? А телевизор у них тогда был или нет? Вот телевизор у них был, но они все это переломали, потому что у них же не было такой большой. Они переделывали под большой телевизор, у них был тут под маленький. И смотри, камин они поменяли, у них был газовый, они сделали электрический. Ну, камин еще неправильного размера, там камин еще правильного размера. Статуэтчики там. Угу. Так получилось. С вазочкой всегда. Ой, смотри-ка, Иван Васильевич меняет профессию. Ну и все, вот. Галина Александровна сидит. Там мужички сидят у нас. Мужички сидят как... Под стеклом. Наташа, да. Можешь мне позвонить? Я телефон свой хочу найти. Да, могу. Ну, покажу вам объедаловку. Очень вкусную. Я не знаю даже, что это, Люба. Это курочка какая-то, да? Ну да, запеканочки, да. Мясные. Наверное. Салатики с свеклы, нарезочки, сырные шарики. Потом, значит, креветочки. Курник, пюре, салат, вот Люба сделала, да, это курник, который я сделала, это Люба. У нас вот, они рядом прям стоят. Салатики разные, все, всевозможные, всякие, вот я не знаю, такая вкусная. А это рыба, вот. Рыба? Это запечатка. Да, очень вкусно. Боже, какой красивый стол. О май гад. Да. Здесь будет очень вкусно, красиво, весело, уютно. Ну, вообще. Да, Джуди не хватает, соседки. А Джуди уже... придет тоже, по-моему. Нет, бабушка, что ли? Нет, соседка, вот, которая к нам приходит, любит ходить в гости. А все равно ее возьмут. Боже мой. Как классно. Я
Винсент смотрит на стол. So what do you think about the table? Looks good. Винсент смотрит и говорит, вау, вау. It's fish. That's the fish. Salmon. Yeah, that's the one. Yeah, the Новый год просто. What's that cake right there? What is that? This is what I made. Oh, that's what you made. That looks really cool. Yeah, and this is Люба made over there, the salad. What's this right here? Люба made the salad. Люби, what's the salad? Half onion, half eggs, half... Let's see now. Green onion, nuts. Everything, very nice. Cheese. I heard fireworks. I thought someone stopped at the door. Okay, where are you going to sit? Давайте выпьем за то, что мы здесь все собрались, за нас. Как здорово, что все мы здесь собрались. Сегодня. Честно. Честно. Давайте за всех знакомых, им за всех незнакомых, что мы все, а теперь познакомились и все вместе. За этим здоровым, да. Спасибо. Спасибо. Давай. 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 Здоровья. Здоровья. Ну что, как-то Девочки милые, Оксаночка. Так, пусть мы будем молодыми и красивыми. Худенькими, стройненькими. Да. И чтобы нас мужья любили. Да. Не били. И не били, да. Так что, Винсент, заканчивай меня бить. Бить. Что, был сегодня последний раз, когда меня избил Винсент? Эй. I think it's gonna be the last day when you beat me up. That's for sure. Not gonna beat me anymore, right? That's for sure. Okay, thank you. Hey, be here enough. Not good enough. Remember in the 50s where a woman couldn't argue? Okay, девочки, давайте. Давайте. Сюда всем. Всем с Новым годом. It was a good day. С Новым годом. С Новым годом. Да еще нет Нового года. Старый год ушел. Надеюсь, Винсент меня больше не будет бить. Это уже устала, я вся в синяках. Да и он устал. Потому что сдачи получает. Так, шутки, прибаутки, начинается. Так, Люба начинает безобразить. It's gone. Люба, значит, готова к разврату. Оксана. Ух ты какая! А у меня тоже бои. Давай тащи. Будем сейчас это встречать Новый год. А где у нас танцор? Так, это танцор. This is his dancer. О. Да-да-да-да-да. А видите, у нас тоже такое, как у вас есть. Это что у нас, Аллочка-людоедка, что ли? Эллочка-людоедка. Ну, посмотрите, какая красавица-то. Наелась, напилась, пошла в пляс. Встречать будем Новый год. Вот у меня, видите, какой боа. Оксана говорит, одевать мне некогда, одень ты. И я одела. А где моя подруга с боа? Идешь? Быстро, быстро, быстро. Пока перья все у меня не вылетели. Ты уже забрала у Оксанки. Тоже вот так вот одевай. О! Ну что, кто с нами? Ну, кто с нами, может сравниться. Встречи готовы. Встречи готовы. Давай хоть около елки. Давай. Иди сюда. Посмотрите. We lost a feather, hon. What's this? Molten. Oh, don't know. Весь пол в перьях. Вот такая у нас красавица фейковая. С вас сидятся перья. Да. Песок. Хорошо, не песок. Пух летит, пух. Хорошо, песок не сыпется. Перья, ладно. Перья переживем. Чего ж поеду? Они не понимают этой шутки. Винсент, how is the food? Oh, it was awesome. What do you like the best? What did I like the Luby's meal was salad? Really good. Yeah, salad. What about mine? Yours was good too. Курник. Курник. I like чеснок. Say курник. Курник. Чеснок. Чеснок. I like that. That's good. Very soon New Year. Yeah. 10 more minutes. So next year, what are you gonna do? Oh, there's us right there. See. What are you gonna do next year? What am I gonna do next year? Yeah. You gonna love your wife? Of course. What else you gonna do? What else?
We're going to make lots of money and go on lots of vacations. Oh, говорит, вот много денег и поедем в большие путешествия. Where are we going to go? Anywhere Travel. You want. Italy. Italy? Yeah. And you're not going to beat me up anymore? No more. Okay. I'll let you slide. Okay. Посмотрите, что делается у нас. Встали, попки оттопырили, вон, видите. Красавицы. Ну так. А что меня-то не фотографируют никто? Хочу тебя фотографировать. Я уже забыл. Ах, водевиль, водевиль, водевиль. Музыка, танцы, та-та, та-та. He loves I think it's gonna be good on you. Oh boy. Let me see. So cute. Do 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 do. Это наш гимн. Весь год был. Весь год был этот гимн. This is our anthem all year. That's your anthem? Yeah, whole year. All year. Most of you. Of course. She hears that almost every night. Do 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 do. Вот видите, они поют песни, которые они слышат, когда в танке играют. That's a German tank song. Yeah, Panzer. Ростик! Посмотрите, пришел Ростик. Ростик! А где ты был? Мы переживали. Давай, где Кукин-то? Ой, какой хороший. А где Давида? Заступающий. Заступающий. Пап. Давай, Ростик. Заступающий. Пришел буквально за 5 минут. Бабушка. С Новым годом! С Новым годом! Already? Happy Halloween! Happy Halloween! Конечно, этот праздник приходит к нам каждый день, но все равно. Брось полы выдерживать всегда полы. Бросьте, бросьте, бросьте. Где бы мы находились? За семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. Дружба, бескорыстная любовь к России умножает наш союз для достойных поступков и высоких достижений. Хочу всегда сопротивляться. Дорогие друзья, на наступление 2018 года остались буквально секунды. Пришло время самое замечательное. Простите, Владимир, пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи, произойдет перелет к лучшему. Чтобы рождались дети, любые счастья, с праздником, с Новым 2018. Давайте! С Новым годом!
добрее. И пусть нам с Оксаной принесет много-много клиентов. Да. А Любя, чтобы наоборот клиентов не приносил. Пусть все живут долго и счастливо. Не, песня, это гимн, а не песня. Ну, гимн, ты помнишь? I don't. Поживай. Where's the wife? Huh? Where's the wife? The wife at the bus party still. Oh. Really? Daniel, say с Новым годом. С Новым белым. Daniel, say с Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. 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 You're in my country now. What? The time. 0-0. Yeah. 0-5. Yeah. Все, мы все перешли в этот следующий год. Люби, что ты загадала тебе? Чтобы выдержать нашего тренера. Какого тренера? А, Изверга. Изверга. Да. А ты... Значит, ты загадала похудеть через год. Ну, загадала, конечно. Я... И ты? Да. Будем худеть, значит. Всем. Но мне, а еще но что мне сказали, тренер не поможет. Надо рот зашивать или это, или попу, или клей. Покупать. Оксана, что ты загадала на Новый год? Я еще ничего не успела. Я шампанское открывала. Никогда не было, когда куранты пьют. Куранты? А, не, мы пожелали добра и чего там еще. Ну, себе это что-то погадала. А, себе? Ну, это я же себе. Это вообще должна тебе рассказывать. Мирное небо над головой? Нет. Люба загадала себе трансформацию тела. Трансформацию тела. А, переделали трансформацию тела. Я тоже. Я вообще сказала, нам нужно выдержать изверга тренера. Я сама сказала выдержать Дэвида нам, раз тренер. Изверг. Мучает просто вообще нас. Ничего, в конце этого пути вы ему скажете спасибо большое, что нас мучил. Спасибо, Дэвид. Да, как если только ноги не оторвутся у нас. Помните, Винсент с Ростиком болтает. Два американца стоят. Ростик уже, конечно, по-русски говорит не очень хорошо. Все по-английски, все по-английски. Девочки и мальчики, я уединилась для того, чтобы сказать вам еще раз. Я поздравляю вас всех с Новым годом. Я только что делала трансляцию, и я была в 2017 году. А теперь я в 2018. Конечно, вы это видео увидите, наверное, дня через два, возможно. Но в данный момент вы сейчас многие уже спите. Многие уже отметили этот праздник. А мы еще только начали. Мы сейчас слушали Владимира Путина, и у нас сейчас поет... Нет, уже не Лепс, уже кто-то еще поет, другой. По-моему, Анна Лорак поет. Вот, и сейчас мы будем еще кушать, веселиться, и у нас будет exchange presents. То есть я обязательно покажу вам, какой кому подарок достался. Вот, сзади меня шикарная елка, я ее уже показывала сегодня не раз. Но это не грех показать еще и еще раз, потому что такой праздник шикарный бывает раз в году, мы его ждем все. И, как всегда, он приносит очень много радости. Вон Оксана там чего-то шуршит с подарками.
если вы слышите, у нас сейчас там fireworks, фейерверки запускают очень громко. Я не знаю, сколько раз я уже чокала с вами, но это очень хорошо. Мы пьем шампанское «Мадам Клико». Это очень вкусное шампанское. Причем я шампанское не очень люблю, но это шампанское очень вкусное. Все у нас уселись. Посмотрите, у нас уже горячее. Сейчас Оксана придет к микрофону. Ждем. Что у нас происходит? Оксана что-то объявляет. Мы наконец-то встретили Новый год. И, как говорится, он только родился и только молодой. И среди нас есть сегодня тоже один молодой, рожденный в начале года товарищ. Это моя мама. И я хочу поздравить ее с днем рождения. Да, мама. Не только я, и мама тоже хочу поздравить. Happy birthday, мама. Здоровья, здоровья, здоровья. Спасибо, Ивочинка моя дорогая. Ой, как приятно. Обматюгала, правда. Обматюгала, говорит. Я пойду цветы поставлю. Поставь, Оксана, дай его. Everybody ready to play game? Vincent, you ready to play game? We're going to game right away. Okay, by now I want everybody take a ticket. Every ticket got a number. You have to remember this number. But by this number you're going to go to the Christmas tree, get the gift, and open. It's the same rules like before. Okay. No, actually. Actually, we're going to do two times. But it's you, you'll see. Okay, by now first, you take a gift. Take a number, take a Igor. Number, and remember number. Igor, what number? Just one, not two. Don't be greedy. Yeah, that's right. She's giving you it. Good job. You can scratch if you want, but scratch it down. Vincent, what number you have? Vincent, what number you have? It's a number from another site, and you. У меня номер 10. You should remember this number. Which number? It's the number. $8. Vincent, good luck, bro. I hope you the best of luck in the new year. Thank you. У Оксаны у нас номер один. Как сказал Артем, это коррупция. Подожди, так надо всех позвать, что они там стоят спиной, так неинтересно.